Я сегодня, так сказать, не совсем в формате такого обычного научного семинара. У меня не будет особых там теорем или доказательств. Это такой просто взгляд в прошлое и из прошлого. Ну, и это не совсем история, так сказать, потому что на самом деле я когда-то написал такую статью об истории оптимизации в Советском Союзе. Она опубликована и по-английски, и по-русски, так что она, там попытка такого объективного взгляда подробного. А здесь все будет, конечно, вокруг вот, так сказать, одной фигуры сосредоточено, но с попыткой немножко поговорить, что вообще происходило в нашей науке. Ну вот. Ну, я начну с давних совсем времен, с 52-го года. Значит, 52-й год, это еще Сталин жив, и как бы совсем другая эра. Я поступаю в институт Сталя. Вот на этом левом снимке, если там приглядеться, то там на доске написано даже, что это институт Сталя имени Сталина. Потом он, так сказать, переименовывался, и он и сейчас существует на том же самом месте, Ленинский проспект, дом 6. И, ну, там уже другие люди стоят у входа. Ну, вот жалко, я потерял фотографию такого же типа. Да, я вот тот самый левый персонаж. Тоже у меня вот такая фотография, мы стоим втроем, и что, но это дело происходит осенью. И вот что интересно, мы все в шляпах и в пальто. Вот теперешней молодежи трудно себе представить, что тогда, в 52-м году, все носили шляпу, включая студентов, и ходили в пальто, а не в куртке. И на ногах у нас были калоши. Ну вот такая была жизнь. Это быстро очень изменилось, но тогда это еще было так. Ну и вот я, значит, там на физико-химическом факультете в институте стали занимаюсь чем-то физико-химическим там в лаборатории. И, в общем, с мыслями о математике я более-менее расстался. Вообще, конечно, я всю жизнь хотел быть математиком. И вот, значит, я работаю, учусь там на кафедре физики. У нас очень хорошие были преподаватели. Замечательный был вот профессор Финкельштейн Борис Николаевич, который был мой руководитель. Я хотел показать вот этот свой курсовой проект. Видите, как они тогда писались. Это было все от руки. И ну, даже на машинке это не писалось, а вот полностью, так сказать, все там было от руки. Вот здесь еще такое страшное слово «ЦНИЧМ». Это Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии. Я там был на практике, и, в общем, он сыграл там большую роль в моей последующей жизни. И вот я вполне там занимаюсь всякой уже такой наукой вокруг металлургии. Даже еще студентом я начал писать статьи. И вот тут несколько. Я, кстати, никогда эти статьи ни в какие списки своих работ не включал. Их 5 штук у меня, по-моему. И некоторые вполне достойны. Вот там в середине эта статья «Режим охлаждения слитка при непрерывной разливке стали, обеспечивающей минимальное термическое напряжение». В общем, это очень хорошая задача. Тут решается уравнение теплопроводности. Причем тут две среды, жидкость и твердое тело, и движущаяся граница между ними, и нестандартные краевые условия. В общем, вполне хорошая задача.
И вот для этой задачи надо было счет какой-то вести. И по этому поводу вот Иванцов, который был мой руководитель в СМИ Чермете, нашел место в Москве, где есть, тогда это называлось, электронная вычислительная машина. И вот я попал в такое удивительное место, которое называлось Институт электронных управляющих машин. Академия наук, а сначала она даже называлась Лаборатория управляющих машин и систем. Это находилось на Ленинском проспекте, дом 18. И я там сначала вот считал свои задачи, я на них произвел большое впечатление, потому что моя первая программа прошла сразу, так сказать, вот без всяких сбоев. И это, надо сказать, что никогда потом мне в жизни этого не удавалось, но первый опыт, когда я наиболее так тщательно относился вот к этому самому программированию, он был такой удачный. И, в общем, они меня туда потом, после окончательного института стали, они мне предложили пойти туда на работу. И я туда и пошел на работу. И вот это было совершенно уникальное место. С одной стороны, там была вычислительная машина. Она малоизвестна, это называлось М2 такая машина. Руководителем вообще всего этого был такой Исаак Семенович Брук, член-корреспондент Академии наук. И вот они построили одну из первых вычислительных машин в Советском Союзе. Она заработала еще году в 54-м. А в 56-м году я пришел там считать на ней. И эта машина, конечно, сейчас об этом даже странно вспомнить, это машина, в которой была 1000 всего ячеек памяти, в которых было все там, и константа Пи, и вспомогательные программы, все они помещались в этой 1000 ячеек. А программу надо было писать просто в кодах машины, просто в адресах машины. И в 16-ричной системе там это все писалось, и это просто надо было помнить в голове, где, в каком месте там стоят твои данные. Но самое главное не это. А я попал в удивительный такой коллектив, который группировался вокруг Кронрода. Надо сказать, что вообще, понимаете, математика в то время была организована как, ну, такое некоторая иерархическая такая структура с генералами, полковниками и так далее. Ну, вот я не знаю, там одним из таких генералов, а может быть маршалов, был потом, я долго у него работал на кафедре, Андрей Николаевич Тихонов, который был, ну вот, он был одновременно заведующим кафедрой в нескольких местах. Там. Он был деканом факультета в МГУ, он был замдиректора ОПМ, он был председатель там бесконечного числа советов и так далее. То есть это была такая совершенно четкая система. Так вот, помимо этой системы были какие-то такие островки, ну, вот, изгнанных из этой системы. И это вот был один из таких островков. И вот Кронрод совершенно удивительный был человек. Понимаете, помимо всего прочего, он был, заведовал вычислительным центром, там, это тогда называлось, ну, потом это стало называться ИТЭФом, а тогда еще вот первые годы это называлось Теплотехническая лаборатория Академии наук, где, собственно, где делали бомбу атомную. И он заведовал расчетами вот этой самой бомбы. То есть он был
помимо всего прочего, человек и очень квалифицированный, и, в общем, достаточно прочно стоящий на земле. Вот моим непосредственным руководителем был Александр Львович Брудно. Тоже, к сожалению, мало о нем знают. Это, ну, помимо всего прочего, вот мы там занимались всякими задачами, там, слежение за траекториями, такой закрытой тематикой. И Брудно изобрел фильтр Калмана задолго до Калмана. Но как-то так не посчитал это важным. И, а может, из соображения секретности это не публиковал, и это так и осталось неизвестно. А там вот был такой замечательный математик Адельсон Вельский, который был просто такой гений программирования. Понимаете, вот поскольку на этой вычислительной машине там было всего 1000 ячеек, то одна из важнейших задач была написать программу очень компактно. И были такие как бы учебные задания. Вот, например, дан массив чисел, написать программу, которая их упорядочивает. Ну, как бы нормальный человек это делал за 30 команд. Вот я такой и считался тогда подающим надежды всякие, я написал за 22 команды. А вот Адельсон Вельский совершенно вот какими-то фантастическими, обладая способностями, написал это за 14 команд. Так что это были все люди очень незаурядные. И что самое замечательное, что вот тогда я услышал впервые от Кронрода и от всех остальных такую мысль, что математика вообще, вот такая классическая математика, она умерла. А вместо этого рождается другая наука, которую, ну, они тогда называли программирование, а теперь это просто называется computer science. И вот тогда, в середине 50-х, понимаете, они поняли, что грядет другая математика. И это было поразительно. Ну и вот выполняя некий, так сказать, план подготовки вот к этой новой математике, мы там решили писать программу игры подкидного дурака. Понимаете, это отнюдь не тривиально на той компьютерной технике, которая была в то время. И, ну, не надо думать, что там вот мы сидели и играли, так сказать, подкидного дурака. На самом деле, вот там Кронрод засчитал атомную бомбу, Брудно там, помимо своих математических работ, делал там фильтр Калмана и так далее. Но вот для души мы еще писали программу игры подкидного дурака. Она так не доведена была до конца. Казалось, эта игра слишком сложная. Но сложная в том смысле, что там есть такая стратегия, что один из игроков принимает все карты. То есть все карты открываются, у него на руках оказывается, и очень большой там перебор дальше, и это трудная игра. Потом переключились на шахматы, и это уже дальше. Ну, в общем, такое первое знакомство с настоящими математиками было у меня совершенно с незаурядными математиками и совершенно вот особняком стоящими. Вот. А потом у меня было еще одно такое как бы путешествие в сторону. Я попал, это называлось почтовый ящик 2473. Значит, ну для тех, кто в те времена не жил, значит, закрытые организации, они назывались почтовыми ящиками с некоторыми номерами. И вот это был, на самом деле, они делали там компьютеры для разных целей, они
ну, скорее для специализированные такие компьютеры делали. Ну и там был большой математический отдел, где работал мой руководитель еще по институту Стали, Юлий Анатольевич Шрейдер. Это тоже совершенно незаурядный человек. Вот мне как-то повезло, что меня жизнь сталкивала с очень вот такими незаурядными людьми. Вот с одной стороны, он был одним из первых аспирантов Гельфанда. У него работа там по функциональному анализу замечательная. С другой стороны, вот вы видите, над ним странные картинки. Это как бы икона, но не совсем, те, кто разбирается в иконах, понимают, что это не совсем стандартная икона. Дело в том, что он потом стал католиком, значит, и стал очень видным католиком в нашей стране, когда это все еще было даже в подпольном таком виде. Его потом там изгоняли с работ, хотя, в общем, ну ладно, это длинная история, но просто это был человек необычайно яркий. Он вел у нас занятия в институте Стали, и там я с ним и познакомился, и потом пошел к нему вот работать в этот ящик. И в этом ящике он, собственно, предложил мне: «Боря, я вот там на полставки в университете, давайте поступайте в аспирантуру МГУ». Этот кадр как бы не совсем про аспирантуру МГУ. Дело в том, что в этом ящике мы там занимались, ну, тоже всякой там закрытой тематикой. И мы с Юлием Анатольевичем поехали такой, это называлось полигон Старый Шаган. Это на берегу озера Балхаш. И дальше там идет пустыня Бет-Пагдала. Я думаю, что очень мало кто из вас слышал про эту пустыню. Хотя она по площади больше, по-моему, даже, чем пустыня Сахара. И больше там, чем всякие Бельгия, Голландия. Она абсолютно, понимаете, это не песок. Это вот такая голая глина. И там был полигон, который испытывал, значит, противобаллистические ракеты. И я сидел на этом полигоне и готовился к поступлению в аспирантуру. Но, надо сказать, вот эта пустыня, это мне запомнилось на всю жизнь. Значит, вот зимой все это покрыто снегом. На десятки и сотни километров. Потом начинается весеннее солнышко, но снег лежит. Потом один туманный день, и вдруг этот снег тает, и буквально через несколько дней оттуда лезут тюльпаны, еще какие-то цветочки. И проходит еще несколько дней, и вот получается такая пустыня, которая там... Ну, хорошо, я сижу в этой пустыне и готовлюсь к поступлению в аспирантуру, поскольку после института Стали, вы понимаете, какие у меня провалы в математике. И счастливым образом, да, и кроме того, что я готовлюсь, мы еще там со Шрейдером пишем научные работы разные. И вот вполне это такая любопытная статья «Применение полиномов Волша в приближенных вычислениях». Значит, она про то, что вот есть стандартная система, там, по которым разлагают функции, делают приближения, это синусы, косинусы, тригонометрические ряды, а вот для дискретных функций очень удобно
ортогональные полиномы лучше. И вот, значит, там, они, ну, такими-то и такими-то замечательными свойствами обладают. А это вот справа, я хотел показать картинку, вот если приглядеться, то тут видно, значит, печать. Эта книжка украдена, значит, с этого полигона, из библиотеки полигона. Я не думаю, что кто-нибудь еще там когда-нибудь бы ей воспользовался. Мне она была очень полезна, книжка Качмажи и Штейнгауза про ортогональные ряды. Вот там, значит, войсковая часть, там номер такая-то. Ну вот, и сижу я, значит, готовлюсь к поступлению в аспирантуру и, наконец, поступаю на мехмат. Осенью 60-го года я поступил на мехмат на кафедру вычислительной математики. Значит, тогда еще не было факультета ВМК, а была вот только эта кафедра на мехмате. И при ней был вычислительный центр. Кафедрой заведовал академик Тихонов, о котором я уже упоминал. И, в общем, на кафедре было много сильных людей, и это, в общем, очень достойное было место. Но, с другой стороны, вот сам мехмат, вот, по-видимому, эта эпоха, начало 60-х годов, там потом это стало называться «Золотой век мехмата», и такие книжки были потом опубликованы. И это было какое-то действительно чудо. Вот я, по-видимому, попал в самое лучшее время, в самое лучшее место. Вообще такой концентрации великих математиков, которая там была, понимаете? Там были Колмогоров, Гельфанд, там, Петровский, Александров, Люстерник. В общем, действительно, вот так, просто такое созвездие великих математиков. Были в аспирантуре были вот будущие великие математики, там типа Арнольда, Манина. Это все одного времени, так сказать, со мной. Были всякие новые веяния, там какие-то слова типа кибернетика, которые собирали вообще, и там, скажем, лекции Колмогорова на кибернетические темы, они собирали огромные аудитории, там тысячные, это было и в Политехническом музее, просто коридоры мехмата были заполнены людьми, которые вот, если прислушаться, там это был вот такой сплошной математический жаргон, и это всех увлекало, глаза горели, это было замечательное время. И что особенно было для меня замечательно, что Юрий Анатольевич Шрейдер, который меня взял туда в аспирантуру к себе на мехмат, а потом, в общем, потерял интерес всякий. Во-первых, он ушел формально с кафедры вычислительной математики и вообще из университета. А во-вторых, он как-то потерял к этому интерес, и я был полностью предоставлен сам себе. И это было замечательно. Он мне дал только напутствие: Боря, учитесь, учитесь, учитесь. И я пошел учиться, значит, действительно. А тогда возникала масса новых наук, там слова там типа кибернетика, теория информации. Все это витало в воздухе. И, в общем, так удачно повернулось, что я нашел свою тему, эту самую оптимизацию. А вот, значит, как единой такой науки ее тогда не было. Были какие-то разделы, которые или возникали, или были классические в
вот такой в классической математике, либо вот действительно какие-то вычислительные вещи. Вот я здесь написал некоторое количество: линейное программирование, оптимальное управление, вариационные исчисления, численные методы линейной алгебры, наилучшие приближения. Вот это, из этого всего потом как бы возникла действительно наука под названием оптимизация. Но тогда вот ее не было. И она по двум руслам, так сказать, стала возникать. С одной стороны, это была классическая наука типа условий экстремума. И здесь вот совершенно пионерскую роль сыграл Конторович, который еще в 40-м году написал статью, очень малоизвестную, правда, об условиях экстремума в общих задачах оптимизации. И потом огромный толчок был дан статьями Дубовицкого и Милютина о том, как вот некий аппарат, который можно применять для вывода условий экстремума в задачах оптимизации при наличии ограничений. Вот я очень дружил с Игорем Герсановым, который большую роль сыграл в продвижении этих идей. Он читал на мехмате такой первый курс на эту тему. Одновременно там на мехмате был Володя Тихомиров, который ученик Колмогорова, и который со своим учеником Аликом Йоффе, в общем, придал этой науке об условиях экстремума такое современное состояние. А в Киеве это был Боря Пшеничный. И так возникла вот как бы современная теория условий экстремума. Ну, попросту говоря, вот раньше это было, что в точке минимума производная равна нулю, а вот как на задачи более общие, задачи с ограничениями, как это, эти условия записывать. А другая линия, по которой стало все развиваться, и которая для меня была наиболее интересной, это методы оптимизации. И опять-таки тут огромная пионерская роль Конторовича, который еще в 1936 году опубликовал статью о методе скорейшего спуска. А после войны опубликовал замечательную статью «Функциональный анализ и вычислительная математика», который показал, что вообще аппарат функционального анализа, он хорошо приспособлен для вычислительной математики. Это тот язык, на котором должна твориться, так сказать, вычислительная математика. И это было очень активно, так сказать, развито, с одной стороны, в Киеве, где был Боря Пшеничный, Наум Шор, Семен Израилевич Суховицкий со своими учениками, Романом Поляком в частности. И в Ленинграде была хорошая школа, Володя Демьянов, его ученик Олег Рубинов очень подхватили эту тему численных методов оптимизации. Вот. Ну и, значит, это меня необычайно привлекло, вся эта тематика. И я стал этим заниматься. И написал я 3 статьи тогда в журнал, будучи в аспирантуре, 3 статьи в журнал вычислительной математики. И потом защитил на этом кандидатскую диссертацию. Значит, вот что там было? Значит, с одной стороны, там был такой снобизм, понимаете, мехматский снобизм. Не словечко в простоте, в общем. Нет того, чтобы написать просто градиентный там, или какой-то численный метод в обычном конечном мерном пространстве. Нет, это все должно быть в топологическом, там, Банаховом, ну, самое маленькое в Гильбертовом пространстве.
Но это не важно. Это, в общем, такой антураж, а все-таки существо там было. И вот я тут перечисляю некоторые вещи. Я не к тому, чтобы вот как бы похвастаться, а к тому, вот насколько это была новая область. Понимаете, здесь ничего не было сделано. И масса всяких понятий и аппарата можно было тогда придумать. И вот в частности там такие понятия, которые сейчас самые ходовые, как сильно выпуклые функционалы там, или вот теперь стало популярно такое условие градиентного доминирования, оно иногда называется условие поля Лежанского. Дело в том, что хотелось выйти за границы выпуклости. И вот, понимаете, для выпуклых функций и функционалов строится действительно очень хорошая теория и методов оптимизации. А вот выйти за это куда-то в сторону очень трудно. И вот это условие, оно расширяло все-таки класс выпуклых задач на невыпуклые, где, тем не менее, удается что-то обосновывать. Потом у меня же там было всякое, как решать там просто нелинейные системы уравнений, когда уравнение меньше, чем переменных. Ну и вот я, пожалуй, еще два таких раздела. Одна – это вот линейные матричные неравенства. Они, конечно, стали знамениты потом, вот, начиная с работ Бойда, а потом Нестерова, то есть в первую очередь в работах Нестерова и Немировского, где были разработаны эффективные методы для линейных матричных неравенств, дана была их общая формулировка. Но там у меня в диссертации был простейший случай. Но все-таки то, что понятие неравенства можно понимать не только в векторном, но и в матричном смысле, в смысле неотрицательной определенности, и что есть большой класс задач, которые вот укладываются в эти рамки, это вообще на самом деле там у меня же был небольшой кусочек про это. Ну и последнее, вот это некое злополучное обстоятельство, это так называемый метод тяжелого шарика. Почему я говорю злополучное? Потому что сейчас оказалось, что вот этот метод, он оказался очень хорошо приспособленный для решения вот задач типа deep learning там, и вот в современных задачах machine learning, там, машинного обучения. Это очень ходовой метод стал. И на него, ну, как-то вот он стал популярен, и на него просто огромное количество ссылок. Тогда, ну, у меня там это было, между прочим, я не считал это таким уж замечательным изобретением, а сейчас там это, по-моему, чуть не самая цитируемая моя работа. Ну хорошо, и вот, значит, в феврале 64 года я собрал все эти работы и защитил кандидатскую диссертацию на мехмате. И, значит, называлась эта диссертация «Градиентные методы минимизации функционалов решения уравнений и неравенств». Значит, вот автореферат тут изображен, в нем вообще всего 9 страниц, вообще вот как-то приятно вспомнить, как тогда писались
работа. И как защищались, кстати, значит, вся защита у меня продолжалась, ну, 40 минут там. Это было на мехмате. Выступили два оппонента, и все, собственно, и я, и два оппонента. Никаких отзывов со стороны, никаких там чтений бумаг подробных. Все, совет мехматов проголосовал за, и так это все было просто. То есть просто не по существу, а по форме было очень просто. Теперь я вот тут показываю кусочек. Это сама моя диссертация. Во-первых, вот вы видите, она печаталась тогда на машинке. Формулы вписывались от руки. Во все четыре экземпляра, в каждой по отдельности, они вписывались от руки. А слева, значит, вот у меня моим оппонентом был Мордехай Моисеевич Вайнберг, такой специалист по функциональному анализу. Дело в том, что оптимизации тогда не было, и, в общем, найти оппонентов было не так просто. И вот как бы Мордехай Моисеевич занимался такими теоретическими вещами, ну, связанными с методами решения там функциональных уравнений. И меня он совершенно не знал и не очень мне доверял, поэтому, значит, оппонирование происходило так. Я ему давал диссертацию на неделю, он прочитывал там несколько страниц, все исчеркивал, писал кучу, ставил кучу вопросов, замечаний. Потом я к нему ехал и рассказывал, почему здесь все-таки не полная глупость написана, а это имеет какой-то смысл. Вот так происходили тогда, значит. И это продолжалось довольно долго. Но, слава богу, все было. И видите, все свои вопросы он постепенно там зачеркивал. И я благополучно защитился. И после этого, собственно, ну, после этого я уже буду сейчас покороче говорить, значит, я остался там на мехмате, вернее, я работал, формально я работал в вычислительном центре МГУ, и это было замечательное время, значит, там и сразу же я начал читать лекции. Вот всякая эта оптимизация, вел там семинары. И довольно много, вот кроме той тематики, которая у меня была в кандидатской, она сильно расширялась. Там задачи были оптимизации с ограничениями, потом негладкая оптимизация, там метод сопряженных градиентов, метод последовательного проектирования и многое там другое. Да, я уже не думаю. Я хотел только вот одно важное событие такое отметить. В 66-м году в Москве происходил Международный конгресс математиков. Вот там написано ICM, International Congress of Mathematicians, 66-й год. А это происходило в главном здании МГУ. Событие было совершенно чрезвычайное, потому что мы ведь выросли тогда... Полная изоляция, то есть, ну, личная, во всяком случае, изоляция от математики западной. Книжки-то и статьи были доступны, а вот никакого общения не было. Поездки за границу – это была вещь чрезвычайная, я стал ездить много-много позже. И вдруг вот в 66-м году к нам в Москву приехали замечательные математики в огромном количестве. И в частности, и по вот оптимизации. Приехал, например, Терри Рокфеллер, который был совсем молодой человек тогда, и, но со всеми своими замыслами, с будущей книжкой про выпуклый анализ. И многие другие. Да и мы сами, в общем, вот впервые, собственно, приехали люди из Киева, Пшеничный, Шор, вот Рома Поляк,
Ермольев. Приехали люди из Петербурга, Демьянов и Рубинов. И как-то мы... Там была секция вот такая по оптимизации. Я, кстати, там был неким официальным даже лицом. Я был ученым-секретарем секции. А руководителем секции был Андрей Николаевич Колмогоров. Вообще для меня была такая удивительная возможность с ним тогда часто общаться. Ну, это отдельная тема, давайте. Ну вот. Ну и, собственно, я более-менее перехожу к концу, потому что, значит, это мой рассказ примерно до 71 года. В 71 году я ушел из университета и поступил на работу в институт автоматики и телемеханики, ну а потом институт проблем управления он стал. И, собственно, довольно сильно сменил тематику. Потом началась вот эта всякая стахастическая аппроксимация, робастность задачи и, собственно, задачи управления. И потом, значит, вот тоже большое было событие в 77 году. Я впервые поехал за границу, и это было, в общем, огромное событие. Ну вот, и, собственно, в заключение я чего хотел сказать, что вот, понимаете, в жизни вернуться к первой любви как бы невозможно, потому что прошло довольно много лет с тех пор, и во что превратилась ваша первая любовь, лучше на это не смотреть, да и вы сами во что превратились. А вот, значит, в науке это можно. И вот моя самая последняя статья, которая сдана примерно неделю назад, она, видите, опять про градиентный метод. И она про связь как раз управления и градиентного метода. Что, ну, вот если мы... Известно, что вот классические линейно-квадратичные задачи управления, обратная связь имеет вид линейной обратной связи по состоянию. Вот если мы этот коэффициент обратной связи возьмем просто за независимую переменную, то мы можем все выражать через него. Качество системы мы можем выражать через него. И получается, что мы приходим к некой задаче безусловной оптимизации. И для нее можно написать градиентный метод. И вот этот градиентный метод – это способ такой настройки линейно-квадратичного регулятора. Его можно доказывать с помощью там, вот, общих теорем про оптимизацию и про градиентный метод, с которым я там начинал в 1963 году, и так что вот счастливым образом действительно это такое возвращение первой любви в этой работе, например, с моим студентом Ильясом Фатхуллиным, оно произошло. Ну вот, собственно, и все. Значит, я... Теперь, понимаете, конечно, вот то, что я рассказывал, вы видите, я тут в центре все время, я сам. Но что делать? Мне это так интересно. Но с другой стороны, вот и вокруг действительно много было замечательных людей, которых, конечно, можно было бы рассказывать гораздо подробнее. Но мне приятно многих из них упомянуть. Все это было очень давно, но и в моей душе оставило большой след, и, в общем, и в науке, я думаю, оставило некоторый след. Ну вот, пожалуй, собственно, и все. Все. Андрей, я закончил, и если там... Если... вопросы, пожалуйста, включите, Андрей, там всех.
Алло. Лучше всех не надо, вот кто-то уже включился, сейчас, наверное, по очереди вопросы. Да, давайте. Ага. Я включился, да? Просто Да? я не знаю, включился я или нет. Да-да-да, вас слышно. А слышно, да? Просто я хотел сказать, что почему-то вот, Вольф, ты не упомянул про то, что на самом-то деле тебя тогда ведь выгнали из университета после письма в защиту Есенина Вольпина. Просто это очень характерно для ситуации, для обстановки того времени тоже. Ну, Олег, я тут, понимаешь, я не затрагивал тут всякие личные... Это же очень важно, очень интересно. Нет, ну там, понимаешь, я мог бы сказать и вначале, почему я вдруг не пошел на мехмат, а оказался в институт Стали и так далее. Конечно. Ну, вот так было. Да, давай, это отдельная как бы тема рассказа. Ну, это невозможно, это не отдельная тема, это была часть жизни, все вот сплетено действительно совместно, ведь необычайным образом. И вот то, что такой вот был отдельный кружок крамроды, которого, так сказать, более-менее вытеснили из главной линии, это тоже была часть этой самой тогдашней, в общем, математической жизни и атмосферы. Как-то мне, вот я, так сказать, я тоже, ну, я моложе тебя немножко, я тоже помню это время, но у меня все это абсолютно неразрывно. У меня это все, так сказать, одна линия, все переплетено вообще и так далее, и так далее. Я просто хотел об этом сказать. Может быть. Ну, конечно, Олег, понимаешь, да. В общем, нельзя об этом говорить в отрыве как бы от общей картины тех времен, но это слишком большая тема, и действительно об этом не скажешь в двух словах. Но я еще чего хотел сказать, что вот, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло, понимаешь? Конечно. То, что я пришел нестандартным путем, не через мехмат, к этой своей тематике. Это мне дало свободу, и вот я мог выбрать там тему. Этим людям, вот, которых я упоминал, типа Кронрода, да, они были изгнаны как бы из такой официальной математической среды, но у них был замечательный собственный такой остров, на котором они жили своей жизнью, очень наполненной жизнью. Так что, кто знает, в общем, тут действительно жизнь многообразна. Конечно, конечно. Этим она хороша. Сейчас. Когда смотришь назад. Борис Теодорович. Борис Теодорович, а вот как вы познакомились с Эриком Вольтером и приглянулись к интервальному анализу? Ну, понимаете, после того, как я стал ездить, а это произошло вот там в конце 70-х годов, я действительно очень много путешествовал и с самыми разными людьми общался. И особенно эти поездки стали интенсивные уже после такой перестройки и после... года 90-го. Ну и для меня еще к тому же вот эти поездки за границу тогда в 90-е годы, это был просто способ выжить, потому что на работе не платили вообще ничего. И поэтому эти поездки за границу, я им очень радовался и охотно откликался на все приглашения. И, так что... И, в частности, вот в Париж, туда я стал ездить довольно регулярно, Эрик Вольтер меня приглашал. Да и мне было интересно тогда, ну, во-первых, конечно, понимаете, увидеть Париж, от которого я был отрезан там более-менее всю свою жизнь, это замечательно. И поработать с разными людьми, это было все прекрасно. Борис Иванович, да. Знаете, вот для меня очень интересно было, в голове сложилась ваша оптимизация и задача сортировки, которыми вы начинали. Я просто, к сожалению, раньше этого никогда не слышал, но сейчас был очень это удивлен и рад. И хотел уточнить, вот Адальсон-Вельский – это тот самый, который АВЛ деревья, да? Да. Это вот 14 команд он с деревьями с такими что-то писал или… Нет, ну вот, понимаете, Олег, вот такая классическая задача. У вас есть массив чисел. Вам их нужно расставить по порядку.
Вы пишете программу, которая это делает. Критерий, какая самая короткая программа в кодах машины М2 конкретная, вот это сделает, понимаете? И вот я говорю, это его рекорд, там 14 команд, ну, для массива. Так, а критерий — это длина кода или все-таки количество длина кратности, да, чтобы выполнить, не время, да? Да. Не, время не считается, длина кода только. Понятно. Я говорю, потому что главное ограничение было тогда объем памяти машины. Это понятно, да. Ну, вот, такая жизнь. Ладно. Борис Теодорович, про Герсанова скажите что-нибудь, пару слов. Да, ну вот Герсанов в моей жизни вообще играл очень большую роль. Дело в том, что я с ним познакомился еще в школе. Я ходил в школьный математический кружок при университете, которым руководили Лёля Морозова и Коля Ченцов. И в этом кружке был вот тоже школьник из соседней там московской школы, Игорь Герсанов. И мы с ним тогда подружились. Я помню первый в своей жизни политический анекдот. Примерно в 51-м году я услышал от Герсанова и очень испугался, потому что вообще как-то что на такие темы можно шутить, и не пришло в голову. Ну вот. Потом мы с ним потеряли связь, а потом, значит, в 60-м году я поступил вот в аспирантуру Мехмата. Я не знал там ни одного человека. Единственный знакомый мой был Игорь Герсанов, который в то время там был аспирантом и необычайно активным человеком. Игорь Герсанов там затевал изучение экономики. Мы с ним там вели совместный семинар, даже какой-то околоэкономический. Игорь был, к тому же, он меня вовлек, вот так сказать, в первый мой поход вместе со студентами Мехмата. Мы пошли в ноябре 60-го года, где я познакомился со своей женой Галей Карпелевич и с очень многими математиками, будущими моими друзьями. И, в общем, с Игорем мы были в очень близкой дружбе. Мы с ним вели даже совместный семинар одно время. Вот, к сожалению, он действительно нелепо погиб в горнолыжном походе на Саянах. И это было в 67-м году, это было только начало вообще, конечно, его пути. Он был необычайно талантливый человек. И он меня вовлек в мехматскую жизнь, познакомил меня со всеми моими друзьями более поздними с мехмата. И, в общем, очень жаль, что вот его жизнь так оборвалась. Да. Спасибо. Борис Федорович, разрешите вопрос? А не могли бы вы еще раз так кратко обобщить вот то, как развивалась вот теория выпуклой оптимизации, вот и в частности вот теория линейных, метод линейных матричных неравенств именно в применении к теории автоматического управления, вот такие вот ключевые фигуры еще раз расставить вот так примерно в хронологическом порядке, и все-таки получается приоритет, он как бы российский в этом направлении. Если в целом подытожить, конечно, там имеется фигура Бойда, но приоритет в методах и в общем применении, он как бы советский. Ну, я бы сказал, что тут три ключевые фигуры. Это Немировский, Нестеров и Бойд. Они внесли разный вклад. Нестеров и Немировский
придумали вообще просто аппарат вот, линейных матричных неравенств и придумали метод внутренней точки, который необычайно эффективный такой метод решения линейных матричных неравенств. А Стефен Бойд понял, какую роль это играет для задач управления. Он тогда сразу пригласил Арика Немировского к себе и очень проникся этими идеями. И вот потом эта знаменитая книжка Бойда про линейные матричные неравенства. Вот я как-то тут смотрел, по-моему, на нее 25 тысяч ссылок, если не больше, сейчас уже в Гугле, в Google Scholar на эту книжку. Это самая популярная книжка вот такой в управлении. Так что вот я думаю, что вот вклад их всех троих очень большой. Борис Теодорович. Да, Павел. Вопрос такой. Конечно, уже вы, наверное, устали, но все-таки несколько слов о роли Якова Завловича Цыпкина в вашей жизни. Наверное, это важно. Павел, вы знаете, вот эту часть я совершенно не затрагивал, потому что, вы видели, я кончил свой рассказ на 71-м годе. Это тот самый год, когда я поступил в Институт проблем управления. И дальше уже там начались совсем другие работы с Цыпкиным прежде всего и другая тематика. Я совсем тут кратко это упомянул. И понимаете, об этом надо вот какой-то другой рассказ. Кстати, вот на ИФАКе, который, ну, должен был быть в Берлине этим летом, но будет, так сказать, в заочной форме, я буду делать как раз доклад о Якове Завловиче Цыпкине и о его вкладе в теорию управления, и в частности про наши совместные работы с ним. В общем. Так ну, что это тема отдельного доклада. И последний вопрос. Вы не хотите, в общем-то, вот то, что вы говорили до 71 года, то, что будет после 71 года, издать какой-то небольшой, может быть, книжечкой или как-то. Это было бы страшно интересно, потому что тут столько фигур и вообще. Это было Павел, просто... вы знаете, я понял, мне, наверное, надо еще немножко постареть. Пока мне как-то интереснее все-таки чего-то делать, а не... Нет, о своем круге, прежде всего, о том круге людей. Вы же сталкивались с такими замечательными, вот, о круге людей, о вашем окружении, не то чтобы как-то... Да, это правда. И вот я особенно остро это почувствовал вот сейчас, когда смотрел там разные... Вот понимаете, вот этот остров, про который я говорил, Кронрода... Я не открытие, я никого, я честно признаться, никого почти не знаю. Вот в том-то и дело. Нет. Это как бы как Атлантида, понимаете, которая утонула и о которой никто не помнит почти. Какие-то совсем... И удивительно, что я был такой пришелец, так сказать, на этот остров на очень короткое время. Я единственный, кто сейчас остался в живых, наверное, и вот, может быть, это была бы моя первая обязанность. Вот это я, наверное, имел в виду, Борис Теодорович, спасибо. Да. Именно это, не... да. Борис Теодорович, да. Здравствуйте, Петербург, с юбилеем вас и здоровья. Если можно, несколько слов о судьбе научной и житейской Рубинова. Я просто с Демьяновым Рубиновым, его братом, младшим Сашей, был знаком некоторое время назад, и ничего не знаю об их судьбе. Я имею в виду братьев Рубиновых. Ну, спасибо. Понимаете, значит, вот эта школа математического программирования, вообще она в Ленинграде зародилась еще, конечно, от Конторовича. Он был отцом этой школы, и там у него остались такие ученики, как, ну, прежде всего, Ося Романовский,
и многие другие. И вот как бы он передал эстафету там по этой тематике Володе Демьянову. И Демьянов очень активно работал. У них замечательная книжка с Аликом Рубиновым, который Рубинов его ученик, в общем. У них замечательная книжка по численным методам, вот там начало 60-х. Это одна из первых как бы работ на эту тему. Но потом Рубинов уехал в Новосибирск, и потом уехал в Австралию, и, к сожалению, он скончался несколько лет назад, и, в общем, там в Австралии похоронен. Спасибо. Хочу сказать несколько слов о том, как начало деятельности Бориса Теодоровича выглядело со стороны Мехмата. Вот, я с ним познакомился через Герсанова. Я не помню, уже это был 63-й или 64-й год, когда Герсанов приехал из Африки. И начал свой... Не из Африки, а из Вьетнама, Илья. А? Из Вьетнама, а не из Африки. Но не важно. Из Вьетнама? Ага. У меня было впечатление, что он был в Гвинее. Ну, ладно. Когда Герсанов и Болик начали свой семинар, это было такое очень яркое событие на Мехмате. Потому что на Мехмате в это время... По оптимизации не было никакого семинара, никакого курса, ничего. И это вспоминается как такой яркий всплеск. И на меня лично это произвело очень большое впечатление. Так же, как вот эти ранние статьи Бори там, насчет сопряженного градиента. И все такое. Так что, когда этим темным силам, которые усиленно разрушали Мехмат, удалось к 70-му году Боря оттуда, значит, изъять, это в этой тяжелой истории было тоже очень яркое замыкающее событие. Ну, Илья, я уже говорил тут, что кто знает, в общем, пути судьбы неисповедимы. Я попал на другое место, в Институт проблем управления. В общем, я говорю со стороны Мехмата. Ну, а Мехмат, он и так, и без меня загнулся. А так, ладно. Английский Сенегейт. Ну, там тут, как обычно, все зависит. Ну, слушайте, я хотел еще вот в заключение поблагодарить. Я вижу участников довольно много. И, в общем, спасибо. Я не знаю, я как бы свою такую личную точку зрения излагал. Может быть, у других есть и другие воспоминания, и другие взгляды на события тех времен. Но, в общем, я был бы рад каким-то откликам. Пишите мне просто на почту, я буду очень признателен. И я вот еще с удовольствием вижу, что вообще участников в нашем семинаре было 93 человека. В общем, это такой некоторый рекорд для нашего семинара. И это очень приятно. И, кстати, значит, в следующий раз у нас будет тоже такой несколько нестандартный доклад. Давайте я даже не... В общем, мы разошлем объявление, но он тоже несколько неканонический такой доклад будет. Так что... И я напоминаю, что доклады ведь у нас, ну, те, кто, я вижу здесь много новых лиц, доклады у нас всегда происходят
по вторникам в 11:30. Там конкретный код этой самой конференции, он указывается в сообщении. Если вы хотите, чтобы вам рассылалось это сообщение о семинаре, вы свяжитесь с Андреем Трембой. Или вот, в общем, там есть адреса в объявлении об этом семинаре. И мы будем рады действительно видеть вас. Тем более, что слава Богу, конечно, здесь про коронавирус говорить не очень хорошо, но, в общем, то, что теперь есть возможность общаться, так сказать, удаленно через страны и через города, в общем, это очень здорово. И мы приглашаем выступать у нас на семинаре, присылайте или на мой адрес, или вот на адрес там Стефанюк или Андрея Трембы заявки такие, и теперь, слава Богу, я говорю, это можно из любой страны, из любого города, и мы с удовольствием послушаем эти доклады. Ну вот.